Итак, все готово к старту. И дан старт призу имени Саламова. Со старта вперед выходит третий номер Тристриц. Тристриц повела. Далее на втором месте Гиперон. За ней Рогас. За ним скачку ведет Тристриц. Гиперон вторым. Рогас, Валиде, Сарматан, Дебург замыкает. Гиперон выходит вперед. Скачку возглавил Гиперон. Тристриц на втором месте. Рогас, Валиде. 400 метров за 29,2 секунды. Далее Сарматан. Замыкает Дебург. В правом повороте скачку ведет Гиперон. Тристриц на втором месте. Далее Рогас, Валиде, Сарматан. И замыкает скачку Дебург. На противоположную прямую компанию выводит Гиперон. Валиде выходит на второе место, Рогас третьим, Тристриц на четвертом месте, Сарматан и Дебург. 500 метров пройдено за 33 секунды. Скачка проходит без изменений. Гиперон впереди, Валиде второй, Рогас третьим, Тристриц на четвертом месте, с небольшим просветом пятым Сарматан и замыкает тут же Дебург. Лошади приближаются к отметке 1000 метров. По-прежнему Гиперон впереди с просветом в два корпуса. Далее Рогас. 500 метров пройдено за 34,5 секунды. За Рогасом Валиде. Тристриц. С небольшим просветом Сарматан. И тут же Дебург. В левом повороте Гиперон впереди. Рогас вторым. Тристриц выходит на третье место. Валиде отпадает. Бросок делают Сарматан и Дебург. И компания начинает скучиваться при выходе на финишную прямую. Гиперон выходит, выводит компанию на финишную прямую. Рогас вторым, Тристриц третий. 500 метров пройдено за 33,2 секунды. Сарматан выходит на третье место. Скачку ведет Гиперон. И его вплотную. Приближается к нему Рогас. Рогас атакует Гиперона. Рогас полевой стороной выходит вперед. Рогас возглавил скачку. Приз имени Саламова выигрывает Рогас. Гиперон финиширует вторым. Сарматан третьим. На четвертом месте Дебург. Тристриц. И замыкает скачку Валиде.